30 апреля в рамках благотворительного велопробега «Ватерау» пройдет аукцион Общественного фонда поддержки и развития спорта имени олимпийского чемпиона Александра Винокурова, где будет выставлено несколько лотов. Планируется, что с молотка уйдут 4 велосипеда, в числе которых коллекционный «Стуки Милана» 1950 года, «Specialized S» – лимитированная линейка специально для Олимпиады 2016, созданный для итальянского гонщика Фабио Ару, и эксклюзивный велосипед марки «Вино Байк» весом 5 килограммов. Одним из лотов аукциона станет гранд-тур на финальные этапы испанского гран-тура «Вуэльта» 2018 вместе с командой «Астана Про Тим». Проведение велопробега 30 апреля. Вечером запланирован благотворительный аукцион, на котором будут выставлены лоты фонда Винокурова. Все полученные средства будут направлены на покупку инвентаря, на отделение велоспорта детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. Отметим, что маршрут велопробега, который состоится 30 апреля, составит 9 километров. Участники возьмут старт от областного казахского академического драмтеатра и финишируют на площади имени Бейбарыса. Начало регистрации в 8:00. В мероприятии смогут принять участие все желающие.